Руководитель Армянского исследовательского института политэкономии Андраник Теванян выступил за возможность убийства Никола Пашиняна. Никол Пашинян привел нас к войне и капитуляции, но после 9 ноября не покончил самоубийством и не подал в отставку. Политическая борьба с требованием его отставки и формирование нового правительства пока не достигла результата. Своим поведением Пашинян сформировал общественное требование своего физического устранения. Огромная часть людей требует от политических сил ликвидировать Пашиняна в прямом смысле этого слова, написал Теванян на своей странице Facebook. Оппозиция недовольна, что наши граждане не выходят массово на улицы и, сидя у себя дома, требуют решительности. А сами граждане негодуют, что оппозиция не может решить вопрос политическим путем или решительными действиями. Возникает тупик. Государство осталось бесхозным, отметил он. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.